Установка пожарного гидранта – один из финальных этапов строительства водопроводной сети. В этом районе частного сектора, в районе улицы Шелеста, таких будет установлено 3 единицы. Пожарная безопасность – один из важных элементов обустройства водопроводной сети. В целом, согласно контракту, с середины мая подрядчик уложил свыше 1300 погонных метров трубопровода. Работы проводились подземным способом, что позволило опередить график на 2 месяца. Так что в ближайшее время возможность подключиться к централизованному водоснабжению получат 86 домовладений. Подключение домов жители, как я понимаю, самостоятельно осуществляют, уже получив технические условия на подключение от водоканала. Наша задача – обеспечить их магистральной трубой, к которой можно произвести подключение. Провести чистую воду в свой дом смогут жители улиц Безымянная, Северная, Передовая, частично Кима и Паровозной. Сегодня большая часть горожан, которые проживают в этом районе, вынуждены пользоваться привозной водой. Люди делали у нас скважины, они не пользуются ей, потому что она быстро ржавеет, вода эта. И они все равно ездят на колонку, набирают 5-литровые емкости и возят домой эту воду. Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который посетил площадку, где идут работы, те дома, до которых водопроводные сети в этом году не доведут, без воды не останутся. Город продолжает участвовать в федеральной программе «Чистая вода». В этом году по федеральной программе городу Хабаровску выделено 35 миллионов рублей. Только 6 миллионов – это муниципальные, остальные деньги – это правительство Хабаровского края. Вот мы работаем вместе с правительством Хабаровского края для того, чтобы и финансирование увеличить, и чем больше финансирования, тем больше охват улиц частного сектора по обеспечению чистой, хорошей питьевой водой. На данный момент более 2500 домовладений Хабаровска подключены к центральному водоснабжению. При этом ежегодно это число увеличивается на 250-300 домов. Район улицы Безымянной пополнит этот список 25 августа. К этой дате все работы планируется завершить. Александр Лихачев, Вячеслав Гирич, «Большой город».